7 марта. Что-нибудь покупаем. Так, смотрите. В их семье можно снимать. В их. Здравствуйте. С таким умным лицом. Ой, блин, тоналка. Ты там будешь боком на видео. Так, смотрите, короче, везде все желтое. Скидки. А малиновые дни до какого числа? А, да за. А завтра включительно? Ага. Включительно. 20% скидка везде включительно до 8 числа. 19 сантиметров. Самое главное, это еда для животных. Это самая главная еда. А на нее желтых ценников нет. Ну, ё-моё. Вот, короче, на нее и желтых нету. Ладно, будем брать, что есть. Даже на этот, на Мираторах нет. Так, ну что. Значит, будут есть китикет за 20 рублей. Что? Заразы. Скоро меня сожрут. Вот там что-то было по 17. Это Феликс, но у меня кошки такое не едят. Так, а что взять? Феликс. А сколько этот грамм? Так, ну ладно, а то я вам надоем. Филе. Филе это что, типа грудка, да? Мы уже вышли с одного магазина. Заперлись с другой. Господи, сынок. Не развалил. Новые приправки, я такого не видела. О, даже называется приправка. 59 рублей, я такого не видела еще. Блин, так люблю вот эти кимчихи. Блин, на них скидки нету. Куда-то была, наверное, уже и не будет никогда. Кофе. Что у нас с кофе? Хочется так быстро. Не то, что хочется. Надо так быстро пробежаться. Сейчас меня начнут пугать, что я опять виляю. Мешочек, да? Наверное. 1,2 килограмма. 500 рублей, что ли? 1,2 килограмма. Чтоб она сдохла, ваша кошка. Ну ладно.
Здрасте. Привет. Вот встретила своего подписчика, Миша. Что ты тут делаешь? Приехал, наверное, за вкусняшками? Да. Молодец. Маме привет. Ладно. Все, молодечек. Пока. Что такое, Кирилл? Чуть-чуть. А вот тебе надо? Ой, еще крысина. Мы тоже раньше такую ели. Дым-дымыч. Хорошая, не хорошая. Так 100 рублей, может, 2? А, нет. Сегодня в магните везде акция. Видите, сегодня и 8 марта включительно. То есть до 20.00 8 марта. Я не знаю, как сказать это лучше. Доберем. Пижама детская. Та-дам! Это такие все яркие, прикольные. А что это? Да, это бутылка голубенькая, видишь? Обман. Кто там на трассе работает? Кто там на трассе работает? Посмотри, шоколадки со скидками есть. Так, 40. Есть. Шоколадки тоже со скидками есть. Берем. Берем все, что со скидками. Берем. Где Кирилл? Где он? А, это бананы. Сейчас рублю. Ты взял еще пиво? Нет. Почему? Ну, сходи, я буду в очереди стоять. На меня уж возьми бутылочку. Как сказала, что я сейчас к ним иду. Он говорит, я пива мало взял. Господи, ну у меня бутылочку можно? Так, и два нутрилака. Что это такое? Губки. И карточку магнитовскую новую, хотя мне сказали, что это рабочая, хотя мне в тот раз магниты сказали, что она не рабочая. Да, она работает. Ну, вроде сказала, да. Просто заменили все. Все равно моя, да. Ты давно уже не говоришь, что я тут. Ты она белая, а это голубая. Наоборот, это белая. Овсянка, все, 5 хлопьев, 5 злаков. 5 хлопьев? Бананы. Я хочу просто сделать коктейль с бананами, с сиром, с блендером. Спагетти. Макароны. Я тебе спагетти там выделила. Я видел. Макароны. Сейчас еще. Сахар. Соль. И баночку обновим как раз. Кофе с посыпкой. Жидкое мыло. Я написала. Хапанул. Часто ходим в магазин. Придаю пачку лакомства. Гречка. Молоко. Кефир. Сыр забыл.
Купил колбасу вместо сыра. Не купил еще, знаешь что, ополаскивать это, потому что мама говорит, не берите, берите. Возьмите вот это за 160 рублей. Он вам на... Я просто у Кирилла спросила, говорю, вы для взрослых? Он говорит, да. Я говорю, нет, не покупай здесь за 198. Ну да, понятно. Пиво я бы взял 3. Мама говорит, возьми на меня, типа, одну, я к вам еду. Огурцы. Рагу, 2 пачки. Мираторг. Хорошая. 80 рублей стоит. Жратвы сколько? А макароны, которые я вам купила, они у меня, да? Помидоры. А мама там. А я там такие, я первый раз их видела и купила. Какая-то завертушка такая интересная, короче. Супчики взял себе. Немного кожи. А я тоже на работу покупаю. У меня всегда на работе есть. А я на работе у меня все. Я сегодня вот все хотели есть, а я пошла, попила, и все хорошо. Немного жидкого корма взял ей. Ну да. Мари взял сухой ей. Да. 1,2 кг. 500 рублей по скидке. Нормально. Сегодня у Магнита везде скидка. Ну, я знаю, там и сегодня, и завтра, и после. И филе куриное. И кроссовки распечатаем мои. Вот это вот, вот так. 3 300. Прикинь. Что здесь на 3 300 рублей? Все, в больницу ходить 2 раза. Машину заправить на месяц. Ругается. Тарахтун. Давай сезона мои кроссовки. Только аккуратно распечатай, пожалуйста, чтобы не порвать. А то вдруг они мне большие. 40-й. Кое-где пишут маломерят на 2, где-то на 1. Хрен его знает. Думаю, ладно, девчонкам отнесу на работе, если что, заберут. Он раздетый просто, я его не снимаю. Да, когда-то в трусах снимала, сейчас не хочу. Вот сейчас начну. Я в трусах снимала. Давай вниз, Кирюш. Кеды, да? Кеды. Ну, я тоже такие хочу. Я, да, они маломеры, ребята. 100 пудов они. У меня 38 размер ноги. Ну, у дочери моей тоже. Я взяла 40-й. Сколько они стоят? Офигеть. Да, дочь. Отлично. Да, дочь. Вот попробуй. 40. Ну, я сейчас как попробую, мне надо, чтоб Кирилл найдет. А, ну да. Отлично. Сороковой. Красивый, да? Да. И такая... Неплохая, я думала, что-то тут какая-нибудь... Я просто думала, здесь вот это верх бывает, пластмасска, а это не пластмасс. Они на низкой у меня подошвы, эти такие. Отлично высокие. Вообще. Вот 40 на 38. 800 рублей не заказать все такие. 700... 758, по-моему. Отлично. Сколько носиться будут, я не знаю. Фэшн. Я не знаю, кто тут ее, кто продавец, не знаю. Не знаю, кто продавец. Ну, короче, офигенно. Класс, да, подошли. Еще, гля, такая подклад, этот хороший с этим. Да, и вид такой неплохой. О, и тут даже написано что-то. Супер день. Нет, супер драй фэшн. А, прикинь. Какая-то фигня. Ага, написано даже. За 790 рублей. 50, не помню. Это. В общем, такие покупки. Пиво самое главное, да. На 8 марта. Девочки сейчас. Сын Роман. Роман пойдет сейчас купаться. Не надо на меня так смотреть. Сын Роман пойдет. Я боюсь. Купаться сейчас. Он сиси прикрывает. Да. Футболка висит. А видела дочь в каком-то этом написала какая-то Ирина
Спасибо вам большое. Написали счастья и долгой жизни малышу. Ну, Кристина. Вы раз снимаетесь, давайте все скажите. Я ей написала спасибо вам большое. Пойдем. И какашку мою снимите. А пойдем купаться. Я тут с какой колокольни буду снимать. Купите купаться. Ну, можешь вот с моего места поснимать чуть-чуть. Сын пойдет купаться. Сын пойдет купаться. Вот так. О. Все, нельзя показывать. Сын. Кайфует? Да. Сын. Кайфует. Ой, как пахнет. А что так пахнет? Может, мы для душа? Может, было, которое... О, нифига себе. Он наш полку прям. Да, ты не видела, да? Нет. Да. Я не видела сына. Вашу полку для душа. Сына, на тебе вот за ванночка маленькая почти. Да, ты вырос для бусона. Нет, в гамаке еще походит. Для бусоночек. Зато вот на этом троне он прекрасно себя чувствует. Нет, держать хоть голову не надо. Это ему вечно. Алла, Миша, спасибо вам. Это же их, да, ну, подарок? Да, да, спасибо. За ванночку. Ванночку тоже. А, да, и ванночка. Забыла совсем, простите. Ай, кайфули. Пузик. Вообще, в оконцовке вот такой кокон получается. Рома готов спать. А все, Рома. Надо было раньше. Все. Коконок. Ну, я не вижу, чтобы он сильно возмущался. До бу. Бу. Все, руки в рот не засунул. Гляньте, уже переворачивается. Ох, Роман.